Спасибо, друзья. Не за что. Меня зовут Егор Енотов. Я внештатный поэт газеты «Вечерняя Купчина». Купчина! Родителям неловко. Их сын хипстер-педовка. Брат служил в десантуре. Говорит, мол, дура ты, дура. Отбирает очки пластмассовые. Говорит, мол, все пидорасы вы. Дед из окна кричит. Опять лосины одел. Раньше таких, как ты, стреляла НКВД. Ради этого, что ли, сынок, наша родина шла до Берлина, чтобы ты, завернувшись в платок, тряс тут своим молескином. А старые друзья обыкновенно, кто на гере, кто на барбитуре, кто в офисе сделал карьеру, кто в прокуратуре, а он вместо этого в женской футболке с айфоном в тощей руке глубокие мысли ищет в чайке-паланнике. Спасибо. Следующее стихотворение «Мечта». Хочу быть мускулистым мачо, сочиться тестостероном сквозь габану с дольчей. Вместо этого тот еще неудачник, соплею по миру болтаюсь тощий. Хочу нормально тачу, ровненький бизнес, телочку-модель. Вместо этого с бабулей поеду на дачу, когда придет апрель. Хочу нормально бабосов, квартирку на центрах, стильный ремонт с Икеи. Заместо этого затюканным объебосом щемаюсь тележкою по Окею. С самого детства я чувствовал папандос, от этого на душе у меня конкретно травма. Комплексов, что ебаный кибастос, послушай, братуха, какая драма. А сейчас четвертак, дальше только могила. Как не ебись, а видно лошок реальный. Решил, возьму кредит, все спущу на бледей с кокаином. Жил как лох, да хоть помру натурально. Раз в Таврическом саду мы лежали на пледу, обсуждали Бодияра, порицали Дериду. Мне же в хуй они не вперлись, Бодияр и Дерида, привлекали меня формы твоей жопы и пизда. Ты ж лежала, как корова, с выражением на лице, и втирала мне про новый сингл, блядь, Брымце. Хватит, слышишь, срать мне в уши, закричал я сам не свой. Я же, сука, не игрушка, слышишь, дура, я живой. Чтобы самоутвердиться, я ебал тебе с ноги и поехал веселиться на фонтанку в клуб «Аги». Я думаю, что не стоит вот так вот, вот растягивать сопли. И последнее... Давай, нет, еще давай. Да ладно. Нет, давай про Чернышевскую и как бы нормально. А можно чуть растише? Беру я с полки томик Мандельштама. Привычно пальцы зашуршали по листам. Я спрятал где-то здесь полграмма, а может даже целый грамм. Можно еще, да? Спасибо. Че, Егор, последнее? Давай уже. Давай уже. А, Мариев, мы, если можно, у меня есть стихотворение, которое на самом деле это хип-хоп, как выяснилось. Вот, и поскольку мы не взяли с собой минусовку, то сейчас Алексей Мурашов, мой друг, прекрасный поэт из Мурманска, он будет делать бит, а я прочту стихотворение, которое на самом деле хип-хоп. Здесь можно все, что не противоречит законам Российской Федерации. Я надеюсь, что это не противоречит. Это про любовь, да? Отлично. А вы хлопаете там, не знаю, что-нибудь делаете, топаете. У Чернышевской напротив Литвана ветер свистел свои песни пьяные. Я без тебя как без рук анонист, как баянист без баяна. Я без тебя как Медведев без Путина, секс без оргазм, порой без Акутина. Хипстер без мельницы, хиппи без мельницы, как растреклятый лицеплин без лестницы. Я без... А что же ты делаешь, Марья искусница, Дарья кудесница, лесная проказница? Я без тебя как кузнец без кузницы, как Анжелина Джоли без задницы. Я без тебя не живу, не дышу,
не досмотрел даже головоластик. Гляжу, глажу футболки, в офис схожу. Пахну говном, не рисую свастик. Я без тебя, как без пуша слонам, как без ножа в купчаге. Как добежать до толчка, а там, там не клочка бумаги. Я без тебя, разорванный круг, а как начиналась пиздата. А ты же, блядина, свалила на юг, да еще и с каких-то маратом. Спасибо. И первый вопрос, можно, да? Егор, как считаешь, кто... Представьтесь, пожалуйста. Алексей Мурашов, великий концептуальный поэт, город Мурманск. Егор, как вы думаете, для поэзии больше позор вы или я все-таки? Я вот думаю, что большего позора, чем когда мы вместе на этой сцене, трудно себе представить. Я согласен. Спасибо Егору Енотову. Извините, Мария, что я вас набрал микрофон. Я просто, может, не буду уходить, просто я уже вынес свои поэтические реквизиты. А кто-нибудь еще хочет спросить что-нибудь у Егора? Или no comments уже? Я говорю, весело занимаюсь. Что? Что я не слышу. Да, вы не слышу тут. Что ты делаешь сегодня вечером? А, ну я подойду, мы поговорим. Как хорошо выходить на сцену, уже сразу это... Поглядывай. Предлагаю свидание. Да. Все, спасибо.